Шаббат шалом, дорогие друзья. Шаббат шалом, хаварим икарим. И в первых восьми стихах, про которые читал Моше, бешмат апсуким арешоним, ашер кара Моше, написано, что Моше вдохновлял израильский народ. Катув, что Моше одед там Израиль. А потом непосредственно Иисуса Навина. ואחרי זה גם את יהושע בן נון. Перед тем, как они должны были войти в Ханаанскую землю. לפני שהם היו צריכים להיכנס לארץ המובטחת. И в 9 стихе, с 9 стиха написано: «И написал Моше закон этот, и отдал его священникам, сынам Левиным, носящим ковчег завета Господнего, и всем старейшинам, сынам Израилевых». ובפסוק 9 כתוב: «ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית אדוני, ולכל זקני ישראל». И завещал им Моше и сказал: по пришествии семи лет в год отпущения, в праздник Кущей, когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем вслух его. Так, и здесь говорится, что Моше передал на хранение закон своему колену, а также 70 помазанным духом старейшинам, которые в Писании потом будут называться Синедрин. וכתוב שמשה העביר את תורת אדוני אל זקני העם. И передача этого закона совершалась в праздник Суккот. וכל התהליך הזה קרה בחג הסוכות. И здесь Моше говорит, что семь дней читайте вслух перед всем Израилем закон. ואתם צריכים לקרוא שבעה ימים את התורה בפני כל העם. Чтобы Израиль слушал. כדי שעם ישראל ישמע. Но чтение закона не только заключается в этот праздник Кущей, этих семь дней. אבל קריאת התורה לא צריכה להתאחש רק בשבעה ימי סוכות. Мы знаем из Писания, что Тора изучалась в синагогах. אנחנו יודעים שלמדו את התורה בתוך בתי כנסת. Публично. במקומות ציבוריים. А также каждый глава семейства должен был дома читать Тору. וגם כל ראש המשפחה בבית היה צריך לקרוא את התורה. Иисус Навин в первой главе 8 стих говорит: «Да не отходит сия книга от уст твоих, но поучайся в ней в день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Йошуа бен Нун, перек алеф. Какой стих? Это восьмой стих, первая глава. בפסוק 8, כתוב: «Ло ямуш сефер התורה הזה מפיך, והגית בו ימם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל». Итак, Иисус Навин говорит, что читай и изучай Тору. Йошуа бен Нун омер, тикра ותלמד את התורה. Потому что ты будешь успешен в путях своих. כי אז תצליח בדרכך. И поступать благоразумно. ותהיה משכיל. Здесь не написано о нашем спасении. Тора не спасает нас. זה לא כתוב כאן על שום דבר על ישועה. התורה לא יכולה להושיע אותנו. Но здесь четко указано, если ты хочешь поступать благоразумно, твой путь сделать прямым, אבל פה כתוב במפורש שאם אתה רוצה לפעול בצורה חכמה ושהדרך שלך תוצלח, אתה צריך ללמוד את התורה ולציית למה שכתוב שם. Кущей должен был собраться весь Израиль. И 11 стих говорит: когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, дабы они слушали и учили, чтобы боялись Господа Бога вашего и старались исполнять все законы этого. וביום, בסוכות, כל עם ישראל היה צריך להתאסף, ובפסוק 11-13 כתוב: בבוא כל ישראל לראות את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את אדוני אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו לראו את אדוני אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן, שמה לרשתה. Почему Израиль должен был именно в Суккот завершать чтение Торы? למה דווקא בסוכות עם ישראל צריך לסיים את התורה? Потому что праздник Суккот говорит о выходе из Египта. כי חג הסוכות מדבר על יציאת מצרים. О жизни в пустыне. על החיים בתוך מדבר. И вхождение в Ханаанскую землю. Как им жить дальше? וכניסה לארץ כנען, להמשך החיים. И мы знаем, что Израиль, он
долгую жизнь прожил в Египте. אנחנו יודעים שעם ישראל חי שנים רבות בתוך מצרים. И Египет он был богат в то время. מצרים הייתה מדינה עשירה מאוד באותו זמן. И Израиль, глядя, как египтяне поклоняются своим богам. ועם ישראל ידע וראה איך מצרים משתחווים לאלילים. Думал, насколько сильны боги Египта. הם חשבו עד כמה חזקים אלילים של מצרים. Потому что они такое благосостояние приносят своему народу. ואלילים אלה כביכול מביאים את האושר לעם המצרי. Потому Бог должен был в духовном вмешаться в жизнь Израиля. לכן אלוהים היה צריך להתערב באופן רוחני בחיים של ישראל. Потому Исаия в 44 главе 24-25. בספר ישעיה 44-45. Бог говорит такие слова. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса своей силой и разослал землю. Который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников. Мудрецов прогоняет назад и знания их делает глупостью. Итак, Бог говорит, что все, что вы видели, то, что делали боги Израиля, это ничто передо мною. Боги египетские. Элоим говорит, כל מה שראיתם שכביכול אלילי מצרים עשו זה שום דבר לפני. Потому десятью казнями, которые показали ничтожность египетских богов, он выводит Израиль из Египта. ודרך עשרת המצוות שאלוהים מראה כמה שאלילים שלהם זה כלום, הוא מוציא את עם ישראל. Это было такой резонанс, который сделали все другие народы. Вы помните, как сказал Рав? Только когда вы выходили, на нас уже напал ужас. עמים אחרים אמרו שכשראינו אתכם יוצאים ממצרים, כבר נפל עלינו פחד גדול. Бог показал свою силу. אלוהים הראה את כוחו האמיתי. И всегда Моше призывал небо и землю во свидетели. ומשה תמיד קרא לשמיים וארץ להיות כעדים. Потому что земля дает дождь, вернее, небо дает дождь, а земля дает произведение земли. כי השמיים נותנים את הגשם והארץ מביאה את הפרי. Потому, когда Израиль в Суккот по окончанию сбора урожая приходил со своими десятинами в храм, וכאשר בזמן סוכות עם ישראל היה מביא את המעשרים שלו למקדש, небо и земля, они выступали во свидетелями. Как ты себя вел? Если твой урожай был хороший, значит, ты себя вел хорошо на этой земле. אז השמיים והארץ היו כעדים לכל בן אדם על פי מה שהוא הביא למקדש. אם זה היה בן אדם טוב, טוב לב, היה לו הרבה להביא לבית המקדש. ואם לא, אז הוא מביא פרי לא טוב לבית המקדש. Потому Бог говорит, что земля ханаанская, это не такая, как земля египетская, где с помощью ноги ты добывал свой хлеб. А земля ханаанская с горами и долинами, она с небес орошается. И очи Господа от начала года и до конца года. וגם אלוהים אומר שארץ כנען זה לא כארץ מצרים, כי עיני אלוהים תמיד על ארץ כנען, והוא מברך אותה, והכל תלוי על פי העדים של שמיים וארץ. Жизнь Израиля, она полностью зависела от соблюдения заповедей на этой земле. חיים של עם ישראל תמיד היו תלויים במה שכתוב על פי התורה. Потому что эта земля пропитана Божьими заповедями. בגלל שאותה אדמה הייתה מלאה במצוות אדוני, הייתה ספוגה בהם. И пророк Исаия говорит, что особый дух находящимся на этой земле, особое откровение люди получают на этой земле. בישעיהו כתוב שהתגלות מיוחדת קורית בארץ ישראל. И дальше написано дальнейшие стихи. Это в 31 главе. אנחנו חוזרים לפרק 31. Исаия? Не, это Второзаконие. Дальше мы будем читать. שסנצת הבסטיחה. אנחנו חוזרים לדברים למד א' מפסוק 16. פתנסתי סטיח. יביאו גספוד סקיני וסטלבי אובלשתם, יסטל סטופ אובלשני ובכודו סקיני סברניה. ידלשה, משה נפסרסטוון לסיסוסם נאמינם פלוצאית, וזה נפסרסטוון עד בוגה, פסן, כתורי, אתה נזווייצה את הפס חייזינו, את אושה סלידושי הגלבה, את הפס משה זה פסל פסלדני. וישוע, אנחנו קוראים בפסוק 15, ויראה את אדוני באוהל בעמוד הענן, ויעמוד עמוד הענן על פתח האוהל. ואחרי זה אנחנו רואים שמשה מקבל שיר. И написано, что
И сказал Господь Моше, вот ты пощешь устами твоими, и станет народ этот блудно ходить вслед чужих богов в той земле, в которой он вступит и оставит меня, и нарушит завет мой, который я поставил с ними. И прогневался гнев мой на него в тот день, и я оставлю их, и открою лицо мое от них, и он истреблен будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день, не потому ли постигли меня эти бедствия, что нет Господа Бога моего среди меня? И я сокрою лицо мое от него в тот день, за все беззакония его, которые он сделает, обратившись к иным богам. Итак, напиши себе слова песни этой, и научи ей сынов Израилевых, и вложи ее в уста их, чтобы песнь эта была мне свидетельством на сынов Израилевых. Ибо я веду их в землю добрую, как я клялся отцами, где течет молоко и мед. И они будут есть и насыщаться, и утучнеют, и обратятся к иным богам, и буду служить им. А меня отвергнут и нарушат завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песнь эта будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их и из уст потомства их. И я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я вел их в добрую землю, о которой я клялся отцам их. И здесь Бог говорит, что эта песнь, она никогда не выйдет из израильского народа. Она всегда будет в устах их. Это говорит о том, что Израиль будет постоянно изучать Тору. Это не только говорит о песне. Всегда будут в Израиле люди, которые будут изучать и научать других людей Торе. תמיד יהיו אנשים שירצו ללמוד את התורה וללמד אותם אנשים אחרים. И Моше говорит здесь, в этой песне, что будет момент, когда утучнеет Израиль, разжиреет Израиль. ומשה גם אומר שיהיו ימים שישראל ישמין. И они отойдут от моих заповедей. והם ייקחו צד אחורה מהמצוות של אלוהים. И я скрою лицо свое от них. והאלוהים יסתיר את פניו. И придут все бедствия. Бедствия придут. Это будет очень сильно бедственное время на Израиль. Вы знаете, что Израиль это непростой народ. Когда евреи пришли к Самуилу и сказали, дай нам царя по других народов. И пророк начал плакать. Говорит, зачем вам царь? У вас есть царь. И дальше он говорит, даже если вы совершили это зло пред Богом, то знайте, что Господь избрал вас ради великого имени своего. Слово «Ягудим» означает «носящий славу имени Его» до сегодняшнего дня. Потому в этой книге Второзакония говорит, что имя Его нарицается на тебе. וכתוב בספר דברים שהשם שלו על עם ישראל. И Бог говорит, что будет момент, когда я уберу лик лица своего от народа. ואלוהים אומר שהוא יסתיר את פניו בפני אדוני. Это время атеизма. זה תקופה של атеизм. Когда в Германии, в Польше евреи, они отойдут от Бога, они будут изучать чуждые доктрины. ואנחנו רואים שבגלות בתקופות שעבר יהודים עזבו את אלוהים הם התחילו ללמוד על אלילים אחרים בגרמניה ובפולין למשל רבין из этого из Иерусалима Блюм я не знаю как его зовут он преподавал научный атеизм היה באוניברסיטה הרב אחד עכשיו בירושלים הוא היה מלמד על атеизм и это привело к пагубным действиям וזה הביא לאסונות мы сейчас были в Польше עכשיו כאשר היינו בפולין Там было, в Варшаве жило 50% евреев. בוורשה חיו 50% יהודים. И во время войны они были все уничтожены. ודרך המלחמה כולם נכחדו. И здесь говорится об этом. В этой песне Азину говорится, что вы пострадаете, очень серьезно пострадаете. ובשיר כאן, בשיר האזינו כתוב שאתם תסבלו רבות. Я вам прочитаю только 36 стих из 32 главы. אני רק אקרא פסוק 36 מהפרק למד בית. Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне.
כי ידין אדוני עמו ועל עבדיו יתנחם, כי יראה כי אוזלת יד ואפס עצור ועזוב. Здесь говорится о заключенных. כתוב כאן על עצורים. Мне говорил пастор в Польше. Рой Кила אחד בפולין אמר לי. Что на территории Польши было 3 миллиона евреев уничтожено. שעל אדמת פולין נכחדו 3 מיליון יהודים. Ни одного из них не стало один заключенных, не те, которые находились в Извне. Потому что тех, которые находились в Извне, их отлавливали специальные эсэсовские отряды и выдавали их поляки. ואף אחד לא נשאר עצור, ומי שהצליח לברוח מהשבי רדפו אחרי כולם והשיגו את כולם. Но здесь также в этом стихе говорится, что милость моя будет. ועדיין באותו פסוק כתוב על שאדוני יתנחם. Что благодаря моей милости я соберу все народы, я закончу с этим всем, с этими бедами, которые были у Израиля. Я соберу их со всех концов земли, я создам государство Израиль и приведу их в эту землю. וגם כתוב שבגלל הטוב של אלוהים, בגלל הרחמים שלו, יאסוף את כל עמו לארץ ישראל. И когда он соберет здесь свой народ, וכאשר הוא יאסוף את עמו כאן בישראל, פרוקי אומר שהוא מבימת את הקמנה סרצה. אז הנביאים אומרים שהוא ייקח את לב האבן ויחליף אותו. קמנה סרצה, оно не может ответить на призыв Божий. לב אבן לא יכולה לענות לקריאות של אלוהים. И дам сердце новое плотяное. וכתוב שהוא יביא לב בשר. И вложу закон его. ובתוך הלב הזה הוא ישים את מצוות אדוני, את התורה. И освящу своим духом. וגם יברך ברוח קודש. Это происходит, вы сами видите. וזה קורה היום, ואתם יכולים לראות את זה. Что Бог собирает свой народ. אלוהים אוסף את עמו. Чтобы мы могли опять читать свитки Торы. ששוב אנחנו נוכל לקרוא את התורה כאן בישראל. И в праздник Симхат Торы перемотать. וגם בחג של שמחת תורה לדפדף את זה חזרה. И с каждым годом все больше, глубже, глубже изучать это слово. ומשנה לשנה להתעמק ולהיות יותר חכמים בדבר אדוני. И у нас есть всегда та возможность приходить сюда, учиться и исполнять его заповеди. ותמיד יש לנו את ההזדמנות הזאת גם לבוא לכאן וללמוד וללכת על פי מצוותיו. אמן. אמן.